спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек. Да херня это все. Мои бойцы наготове. Дайте уже приказ. Тоналин, мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайка. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно? Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Тебя выручить. Ты в ярости, Даниэль. Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я
просто хочу, чтобы это все закончилось! И я хочу, чтобы все прошло! Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогай. Тронешь, и я тебя убью. Ладно. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда надоест. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет она. Ты слышишь? Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет, нет! Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Ладно, я поверю. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы.
Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет-нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Спасибо, Маркус. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол.
Ну? И каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства.
готовят 10 тысяч блюд. Ну, Зои, пойдем. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Мы берем. Прекрасный выбор, сэр. Идемте со мной, я оформлю заказ. Ну, а вот это почем будет? Это MP800. Чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо больше. Прекрасно. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функции побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Я готов. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Телевизор. Может. А это смотрю, что надо. Завтра подъеду. Кэра! Да, тот. Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Чего вылупилась? Катись отсюда нахер! Катись отсюда нахер! Вернусь к работе. Милая игрушка. Как ее имя?
дороги. Алиса в стране чудес. Конечно. Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь.